Ну что, всем привет! Сегодня снова копать. Выходной день. Терять его нельзя. Поэтому сегодня мы пойдем пороем землю. Копать мы будем где-то здесь, в окрестностях. Посмотрим, что нас сегодня ждет. Вперед! Начался. Он в процессе. Только что я выкопал шмурдячок. И вот к нам в кадр попал какой красавец. Кузнечик громадный. Ну-ка, попробуем его поймать. Оп. О, какой красавец. Ну-ка. Сейчас. Подписывайтесь на канал. Спасибо за рекламу, господин Кузнечик. Вы отправляетесь дальше. Не, не хочет уходить, все, ушел. Такое небольшое отступление на тему животного мира. А мы продолжаем копать. Вышел я тут на раскатанную дорожку небольшую. Здесь снимали почву. Противопожарную полосу, похоже, делали. И вот тут глазами увидел. Прямо из земли пломбочка лежит. Даже чистить не надо. Вымытая. 1928 год. Железнодорожная, это не таможенная пломбочка. Ну что, ладно, вперед. Походим по этой дорожке, там она дальше продолжается. Хочу отметить, что эта дорога очень сильно замусорена железом. В принципе, постоянно идет железный фон, и ходить, чтобы что-то найти, надо очень медленно ходить. Ну, очень медленные проводки. Ну, в данном случае сейчас сигнал процепился, просто отличался от цветного. Вот у нас вылезла круглый предмет. Это у нас монетка. Это немецкий фенинг. О, ничего себе, он еще тут читаемый. 1921 года, рейхсфенинг. Да, ну монета то, что он уже читаемый, уже хорошо. Наверное, ну потому что в песочке лежала. Потому и сохранилась. Была бы она в черноземе, в черной земле, ей бы пришел уже, скажем так, уже конец.
Ну ладно, идем дальше. Друзья, только что была неожиданная находка. Сигнал, который я копал, сигнал был 6. В принципе, я знаю, многие вообще до 15 не копают. В данном случае, что это было? Это был крестик. Сигнал 6. Да, интересно, очень интересно. Я просто здесь сейчас такой тактике следую, в принципе, копаю все сигналы. Да, красивый, тоненький. Что за металл? Ну, надо чистить. Красивый. Неожиданно, неожиданно. Неожиданно выкопался крест. Ну что, ладно, идем дальше. Приятная находка. Продолжаем копать в живописном месте. У нас опять был сигнальчик, очень стрёмный. Пробивало там 13, 14, 16. Все-таки я его копнул, и он на выходе вылез предмет. Это у нас зажигалка старая попалась. Ну, это металл, не серебро, ушко какое-то. О, трещит все по швам. Короче, у нас зажигалочка. Такие довольно интересные, разнообразные находки сегодня. Ну что, ладно, вперед, идем дальше. Продолжается наш коп. У нас снова находка вылезла с кучи желтыми муравьями. Вот лежит, но это я уже сразу отсюда вижу. Сейчас разогнем. Да. Это был циферблат от часов. Что за часы, мы тут уже, наверное, вряд ли узнаем. Да, вот уже краска, эмаль сходит, одна медная пластинка осталась. Ну, жалко, что не сами часики. Может, где-нибудь крышечка или корпус будет лежать рядом. Сейчас это уже шмурдяк. Ну что, вперед. Идем дальше. На нас десант сбросили. Ну, этот чувак, по-моему, парашют с пропеллером. Лобля его занесло. Ну ладно. А то смотрю, жужжит что-то над головой. Думаю, Карлсон прилетел. Да. Ну ладно, пускай летает дальше. А мы продолжаем. Ну, я тут в рощицу березовую. Вот. Сигнальчик 32 поймал под березкой. Недалеко. Вот у нас там что-то виднеется. О! Так, что это? Ух ты! Ёлки-палки. Стрела. Что это такое? Ого! Какой-то декорчик. Красивый, симпатичный. Ну ничего, что-то я его лопаткой, похоже, придавил. Ну ничего. Нормально, прикольно. Красивая штучка. Не знаю, что это, но, судя по всему, цветочки. Цветочки. Еще раз цветочки. Ну что, ладно. Меня это радует. Красивая вещь. Забираем. Идем дальше. Что, наш коп продолжается. Места здесь много, где ходить. Правда, здесь тоже все перехожено. Ну, какие-то находки лезут. Вот очередная из них. Вот торчит из земли пломбочка. Очень распространенная находка в наших местах. Там где-то год, по-моему, был. О, видим, год. 1922 год. Такая вот вещь. Там что-то еще написано. Попробуем. Нет, меня так не фокусирует. Ладно. Не столь важно.
Ладно, продолжаем. Тут я обнаружил одно местечко. На самом конце попробую по нему пройтись. Там 100%, даже 120% никто не ходил. Ну, так что не переключайтесь, увидите, что я имел в виду. Если там будут находки, это будет вообще вдвойне замечательно. Ну что, смотрим. Ну что, мысль была пройти вот по этой канаве высохшей. Но, к сожалению, эта канава долгое время использовалась как, по-моему, мусорная яма. И, во-первых, по центру нигде не пройти. Вязнешь сильно. А по краям прошелся. То есть, в принципе, все копатели, которые здесь ходили, судя по всему, весь шмурдяк кидали именно сюда. Сигналов много, но один мусор. Конечно, может что-то и вылезет, но вряд ли. Ну ладно, идем дальше. С этой канавы там вообще невозможно никакого удовольствия копать. Пришел я тут еще на одну заросшую дорожку. У нас был сигнал, даже не скажу какой, сквозь железо пробивался. С самого верха вот у нас лежит монитос. Монитос, это у нас совет 2 копейки 70-го года. Хорошо. Отлично. Идем дальше. Так, ну что, у нас тут вылезла монетка. Из глубины сигнал был неустойчив, но все-таки я его докопал. Что это такое? Вообще непонятно. Но я думаю, после отмытия все-таки мы разберемся. Я думаю, может быть, пол копейки николаевский. Есть вариант. Ну ладно. Посмотрим. Идем дальше. Что, все на сегодня. Закончили мы копать в этом замечательном живописном месте. Ну что, 3 часа пролетело очень быстро. Кое-что нашли. Крестик порадовал. Несколько монет было. Ну и что там? Что-то еще повылезало. Все сейчас не вспомню. Сейчас вы все увидите в самом конце, после окончания видео, все находки. Все, спасибо, что вы смотрели. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Все, всем спасибо, пока. И до новых встреч. До новых копов. Все, пока. Спасибо, пока, до новых встреч. А мы уходим.